Болельщики ликуют. Сенсационная победа. Казахстан в матче квалификации Евро-2024 вырвала победу у команды Финляндии. Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2-1 в пользу казахстанской сборной. Счет встречи на 28-й минуте открыли хозяева поля. В первом тайме наши игроки не смогли сравнять счет. Но на 77-й минуте первого тайма Бахтиёр Зайнутдинов уверенно реализовал пенальти. А на 90-й минуте оформил дубль и принес победу сборной Казахстана. Отметим, полузащитник турецкого Бешикташа также стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету Зайнутдинова 14 голов.